Петрович вполне может оформить очень быструю победу над итальянцем. Тем более, что опять же быстрый корт и розыгрыши здесь не всегда получаются длинными. Словно специально опровергая мои слова, а теннисисты сразу долго держат мяч в игре и новых... И берет гейм не Джокович. Здорово. 40, 30. Фабио, красавец, ровно. Гадай, не гадай, а. Укороченный, да не укороченный. Фантастика, да, какая точность, просто запредельная. 4-0, а заканчивается все есть. Да, смотришь на эту игру. Ну, все-таки вторая двойная в гейме, считанные розыгрыши. Плотнее играет Фанини, и мы имеем в виду не только его завершение. И довольно циничная американская публика встречает этот выигранный геймфайл. Девять геймов сыграны за полчаса. Скорость-то вроде бы вполне обыкновенная. Ну, для три Уинерса на 16 невынужденных ошибок. Это пошел на переход Фабио Фанини, дабы лишить себя нервной концовки. Попадает Фабио. 15-0. Матч против Берлока. Ох, как здорово! Принимал мяч. Реализует после ошибки соперника первый же брейкпоинт в этом гейме Новак Джокович. Ну и вот... И берет гейм Фабио. Все-таки получил инициативу в перестрелке. Молодец, Фабио вновь находит хорошую первую подачу. Да, здесь довольно скользко. 4-4. Погоня. В пользу Новака Джоковича. Отличная комбинация. Аплодирует Джокович. Испанск.
Бекхэм все-таки замучил этим обратным кроссом соперника. Хорошая подача Фанини, Джокович ее не принимает. Первый пас. Но челлендж, что еще остается, Фабио. Очень близко к линии ложится мяч. Я не исключаю, что он ее зацепил. И если так и случилось, то все-таки больше у итальянца. Да, мяч ли... Ну, в том же стиле. Мы уже это видели совсем недавно. Не оставляет мяч в корте Фанини. Меньше. Скрытый сетбол. Скрытый сетбол у итальянца. 30-40. Вот это да. Повезло ему здесь, конечно. Но с другой стороны, вот то, что не получалось ранее, после таких ударов Джоковича обработать мяч, получилось и чье-то, может быть, даже сам собой сейчас играет Новак. Но Фабио старается делать все от себя зависящее для того, чтобы Джокович эту борьбу проиграл. И вот, пожалуйста, 6-5. Впереди Фабио Фанини, Джокович уже с пани. Все может закончиться решающей партией. Да, ну это, честно говоря, что-то удивительное. Вдруг исчезла качественная игра Джоковича на смену. Здорово. Справа направо Джоковичу было не переиграть. Ничего себе, Фабио. Так далеко он был от задней линии. Заруб. Но все-таки Джокович оставляет за собой гейм, самый сложный в этом. Тяжело, тяжело уже двигаться Фабио из... Почувствовал вкус к хорошему бэкхенду Фабио Фанини. И гейм за серва. Попадает Джокович. Походом не получилось у Фабио в итоге. Признает, что линия была. Ха-ха-ха! По центру корта прошивает соперника Фабио. Ошибается Фабио Фанини и все-таки делает брейк в решающей партии. Новак Джокович 3-1 в его пользу. Но он очень...
Время-то укорочено, и Фабио к нему уже не бежит. Ну, 1:40. 4-1 впереди Сиа. Решал. На этот раз не ошибается, но гораздо. Отличный выстрел слева по линии. Два матчбола у Джоковича, но матчбол... На этот раз вторая подача. И не получилось ускорение у Фабио. По восходящему он бил по мячу, попал в сетку и... 6-0. 5-7, 6-2 в пользу Новака Джоковича. Матч получился красивым, особенно... Ну, в первой партии солировал Новак, да, там мы видели его лучший теннис, но затем все-таки он показал, что ну, не в идеальной форме находится.